Давайте обратим внимание на, вот мы до этого говорили в видео, что трактор заводится без всяких там подсосов, праймеров и так далее. И сейчас вот он стоял пока холодный, пока мы тут много чего говорили, мы попробуем, как он заведется с первого раза. До конца газ. Поворачиваем ключ. Идеальный запуск. Сейчас мы попробуем покосить небольшую траву сначала и посмотрим, как у нас наполнится травосборник. Насколько он будет полным, вот, и запищит ли датчик. При этом забыли вам сказать, что косильная дека на тракторе Husqvarna имеет плавающий режим и повторяет рельеф вашей поверхности. Колесиками регулируется непосредственно высота скашивания, и мы специально опустили сейчас в самый низ для того, чтобы косильная дека ехала по поверхности. Мульчировать высокую траву нельзя. Вот. Чтобы траву правильно измульчировать, нужно сначала скосить ее, собрать травосборник, потом опустить на одно деление ниже на сантиметр, и вот этот сантиметр уже трактор спокойно отмульчирует и оставит в виде удобрения на газоне. Помните, мы вам говорили о том, что у каждого трактора Husqvarna у него по одной рулевой тяге на каждое колесо, левое и правое. И что от этого поворот для оператора происходит гораздо легче. Сейчас мы вам это покажем. Управление происходит практически одним пальцем. Трактор наш запищал, вот, и сейчас мы поедем выбрасывать траву, посмотрим, сколько же там наполнилось. Травосборник битком забит травой. В общем, одним словом, дофига травы набрал.
это будет послесловие уже. Вот. На самом деле наш и на менеджеров нашей компании каждый день все чаще и чаще сталкиваются с тем, что трактор Хускварна говно. У него там горят ремни, он там не заводится, он не косит там, он не едет. Слишком много тракторов Хускварна продается в России. И зачастую люди гонятся за ценой и покупают данные садовые тракторы, заказывая их через интернет-магазин. Кто-то привозит тракторы в коробке, бросает их. Вот. Кто-то привозит тракторы более-менее собранные. И самое главное, все трактора, которые поставляются на европейский рынок, всеми компаниями-производителями садовых тракторов в мире, все поставляются задушенными моторами. Все моторы имеют заниженные обороты. И, естественно, купив трактор в интернет-магазине, вам никто этого не скажет. И никто не полезет в ваш двигатель крутить там эти обороты. Сегодня у нас был один прецедент. Нам из Минска покупатель написал сообщение на YouTube-канал о том, что трактор Хускварна говно, я его себе взял за пол лимона рублей, а он траву не косит. Вот. После непродолжительного с ним общения мы пришли к выходу, что у трактора не отрегулированы обороты двигателя, и поэтому он ее не косит. Мы посоветовали обратиться к дилеру в Минске, у которого клиент купил этот трактор, на что ему ответили: возьмите отвертку и подкрутите столько, сколько вам надо. Так вот, если вы хотите брать отвертку и крутить столько, сколько вам надо, покупайте трактора в интернет-магазине. А если вы хотите, не хотите, скажем так, геморроя, не хотите лежать под этим трактором, хотите просто в удовольствие косить на своем участке, обращайтесь к специализированным дилерам. Тракторные салоны, такие как наш, может быть, найдете какой-то еще. Не покупайте кота в мешке. Сначала аппарат собирается, в нем проверяются все жидкости, масла и так далее. Потом специальный мастер проводит шприцовку, проверку масла в трансмиссии, выставляет обороты двигателя, проверяет натяжку ремней и смазку шкивов. И только после этого трактор доставляется покупателю, где на месте проводится дополнительная консультация, демонстрация техники, объясняется, что можно делать, что нельзя. И уже на месте специально обученный человек видит, какой у клиента участок, и может ему посоветовать, как правильнее ему за ним ухаживать, как правильнее скосить траву, как правильнее и быстрее ее скосить. Заводской гарантии, которую предоставляет каждый импортер на свою технику, наша компания отдельно предоставляет личную гарантию клиенту. Если клиент обратился к нам за садовым трактором и выбрал ту модель, которую посоветовали ему именно мы, от нашей компании ему предоставляется дополнительная гарантия на любые виды работ, на любую поломку. И даже если у него трактор сломался в середине сезона, и он находится во Владивостоке, и запасных частей нет, данному клиенту предоставится подменный аппарат на время ремонта его машины. И компания Хускварна сама анализирует и занимается поставкой запасных частей, складирует и держит их под вас у себя на складе, чтобы они были доступны в любое время. Мало того, покупая технику Хускварна, если у вас что-то поломалось, любая деталь заказывается онлайн, минуя там всякие оплаты, преграды, все бюрократические барьеры. И заказывая любую запчасть, вы сразу можете посмотреть примерную дату прихода ее в России. На 90% компания Хускварна поставляет все запасные части, расходные материалы в течение 4-6 недель. Неважно, на какую садовую парковую технику своего производства.